еще Артем черно-желтые эмоции, как видите, больше двигается своего оппонента, не хочет с ним ничего, больше культуры. Артем победитель юниорских соревнований по историческому средневековому фехтованию и по СМБ. Его соперник Балашов Андрей начал заниматься недавно относительно, поэтому Андрей тоже немного меньше. Напомню, что Андрей в черной коте, Артем в черно-желтой коте. Бочинин Артем провел бросок с добиванием. За бросок получает 3 очка и 2 очка за добивание. Также у Артема, напомню, он в черно-желтой коте, клуб «Пересвет». Отличная группа поддержки. Группа поддержки Артема подсказывает ему некоторые моменты. Советует не перешиваться. Артем старается меньше бороться и больше рисковать. Его соперник, соответственно, пытается ему помешать в этом. Хорошо, Андрей, очень много ударов плашмя, за что он не получает очко. Бойцы зря не устали, как видно. Балашов, причем устал немного больше, чем на Артем. Ребята потратили очень много энергии. Стоп бой. Третий раунд. Начался завершающий раунд. Вы можете увидеть вмятины на шлемах, понять, что это не первый год уже. Спасибо.
Группы поддержки поддерживают своих бойцов, стараются. Ну, в основном подсказывают. В этом бою со счетом 27-45 с явным преимуществом побеждает Кочетин Артем. Клуб «Пенсия».